Следующее растение – шатавари. Так как Арджуна – пол кардиологии, так шатавари – это пол гинекологии. Шатавари – это спаржа, одна из видов спаржи. Дословно переводится как «имеющая 100 мужей». Этим самым подчеркивается, что она прекрасно влияет на здоровье женщины, репродуктивное здоровье женщины, и хорошо влияет на фертильность, то есть на способность зачать и выносить ребенка. Шатавари – это женьшень для женщин. Шатавари особенно полезна для ваты и питы. Если капха в балансе, шатавари можно использовать и для капхи. Но если капха в дисбалансе, вес, слизь, лучше не использовать шатавари, потому что главный вкус у шатавари сладкий. Второй вкус горький. Охлаждающее вирья, послевкус сладкий, уменьшает вату и питу. Практически нет такого заболевания в гинекологии, где бы шатавари не использовалось на различных этапах. Особенно такая проблема, которая, может быть, не так часто встречается, но встречается. Так женщины знают, это под названием детская матка. Когда само тело матки недоразвито, и поэтому беременность затруднена и невозможна. И шатавари очень хорошо влияет именно на структуру, так как всегда недоразвитие тканей связано с ватой. Когда капха сильная, как правило, ткани развиты хорошо. А в менопаузе? Шатавари в менопаузе используются, конечно. А как же? Для ваты и для питы. Все женщины переходят в период жизни ваты, поэтому, конечно, шатавари используются. Форм шатавари очень много. Есть порошок шатавари, таблетки шатавари, есть шатавари гритам, шатавари расаяна, шатавари гулам. Что используется? Что выбирать? Подход такой же, как и для всех. Для ват лучше использовать масляные формулы, для капх лучше использовать порошки и таблетки. Но если вата будет пить таблетки и хорошо запивать, там тоже никаких проблем не будет. Питам тоже подходит шатавари, так что, потому что она сладкая, сладкий вкус балансирует и вату, и питу.